Церемония награждения областной литературной премии вот уже в 16-й раз собирает ярчайших представителей современной поэзии и прозы Подмосковья. Более 80 заявок из 50 муниципалитетов было подано в 2018 году на этот престижный конкурс. Работ, и как и в предыдущие годы, и в этот год было очень и очень много. Работы разные. Работы и публицистического характера, и чистая билетристика, и художественный уровень. Больший приоритет отдается именно чистоте художественного слова. Точно так, как писали классики, точно так же, как писал Михаил Михайлович Пришвин, Скрибицкий, Федор Абрамов. Это высокая литература, и стремиться к ней, естественно, любой номинант должен. Лучшими работами в рамках премии Роберта Рождественского были признаны книга «Любой жизнью» Алексея Глушана в номинации «Зрелое перо», а в поэтическом дебюте произведение Максима Глазуна «Памятка динозавру». Пальму первенства в областном литературном состязании имени Михаила Пришвина присудили Владимиру Шигину за книгу «Сирийский экспресс» и Владимиру Воробьеву за работу под названием «История одной любви». У меня вышел роман в этом году. Роман такой приключенческий достаточно, такой политический приключенческий боевик. Называется «Сирийский экспресс». Роман посвящен борьбе с международным терроризмом, подвигам наших моряков сегодняшних Черноморского флота. Кроме того, на церемонии подвели итоги конкурса библиотечных проектов Подмосковья. В рамках творческих начинаний в Московской области было проведено свыше 2500 мероприятий. Участие в них приняли почти 200 тысяч человек. В этом году у нас все библиотеки Подмосковья со всех районов и округов приняли участие в конкурсе библиотечных проектов. Каждый из них создал свой новый проект, и 22 ноября проходила их защита. Конкурсная комиссия выбрала 10 лучших, и сегодня они будут награждены. В десятку лучших вошел проект Одинцовской библиотеки номер 1 «Литературный салон». Совместно с молодежным театром «Крылья» учреждение знакомит школьников с творчеством известных поэтов и писателей. В библиотеке читателям, детям с помощью театра, с помощью игры актеров преподаем литературу, преподаем знания о наших поэтах, о наших писателях. И вот именно этот проект выстрелил, так сказать, дал хорошие результаты. Высокую значимость премии отметили все почетные гости церемонии. Мероприятие посетили дочь Роберта Рождественского Екатерина и внучка писателя Михаила Пришвина Наталья Бирюкова. Конкурсные работы еще раз доказали: подмосковная земля богата талантами. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».